Ребят, вот, ну, простите, сейчас начну говорить, да? Просто с рума не получается записывать. Если начинаю записывать, то у меня вылетает. Вот сейчас босс где-то 100-й, что ли, уровень. И команда из 3 меди, 3 меди, ой, из 4 меди, да? 3 меди 90 плюс, 2 99, 1 вроде 92, ну и у меня 89 меди. По картам примерно потом покажу, хотя что там рассказывать. Акватик киллер, я не знал, что он нужен здесь. Оказывается, он очень-очень сильно помогает. Потом следующая карта. Давайте так ударим. А, хотя комбо не будет. Ну да, наверное, близагой. Так, что еще? Акватик киллер, да, он помогает, оказывается. Урон дает против флана. Вот флан у нас какая-то водяная получается, жидкость. Вот. Что еще? Рамух. Трусяу, да, которая маг дает. Блин, я затупил, надо было дальше идти. Ну, ладно. Не достанет, скорее всего, да? Вот. Луна, и все. Из шмота, блин, к сожалению, почему-то они тупили, не использовали Лунаверс. Лунаверс это у меди дается, да, ТМР. Оно дает нам маг-атаку с бафом. Получение АП больше и плюс маг-атака. Вот, то есть... Ну, я думаю, достаточно круто, если повысить маг-атаку для группы. Остального, как бы, ничего такого суперского нету. Вот, меди. А, ну, вот дешел покажу, как будет работать. То есть, про дешел нужно не забывать. Очень полезный навык. Вот. Мы не сыгранно будем работать. Я как в рендом пачку, типа, попал. Вот, поэтому не знаю, что мы будем делать. Буду я кастовать дешел, не буду. Вот, возможно, это будет... видите. Скорее всего, данный товарищ кидает дешел. Угу. Ладно, не будем рисковать. Вот, я бы мог бы ультой ударить. Ну, затупил. Еще раз затупил. Не, он Близзардом ударил. Ну почему не мог? Дешел использовать, это странно. Вот. Этот ульту ударит. Не ударит, наверное, да? А, нет, видите, дешел все-таки. Это Илик мой сагильдиец. Поэтому я поступил правильно, использовал дешел. Ой, использовал Blizzard, а не дешел. Вот сейчас можно ульту ударить. Вот. Сейчас у нас урон поднимется. От ульты тоже урон повышается. Надо про это не забывать. То есть Ice Resist, я не знаю, стакается он или не стакается. Вот, видите, 4 девятки, обалдеть. Ну это, наверное, просто ульта по максимуму прокачана. Еще сразу скажу, да, про Люсю. Вот, если вы играете Люси, ей тоже нужно вставать в эту клеточку, где стоит вот этот Илик. Потому что если вы там не стоите, босс вот не атакует. Сейчас он что-то тоже затупил. Ладно, ходить не буду. Буду дамажить. Action Order смотрим, чтобы, видите, до босса ходил. Вот. Нужно не забывать, что босс высоких уровней агильный. Нужно просматривать, когда вы кастуете Action Order, да, какое заклинание. То есть, допустим, я вижу, да, что передо мной двое человек скастуют. Будет там чейн 3, допустим, да, вот, ну, в меди. Или там чейн 4. Урон повысится. Нужно просчитывать ходы. Вот. То есть, если бы я Близзагу кастовал где-то в конце, возможно, вот, не получилось. Видите, товарищ, наверное, Близзард будет кастовать. Он просматривал, поэтому долго думал. Вот. Я кастую, да, сейчас 4 девятки, скорее всего, будет. Нет. И вот он Близзардом, да, ударил. Тоже нанес урон очень высокий. Плюс нужно не забывать про ману, да. То есть, что ману, если мы кастуем мою ульту и постоянно Близзагу, то нам может маны не хватить. Не забывайте про это. Вот. С Люськами не знаю. Может, еще одно видео сделаю, расскажу. А про меди, видите, вот нужно все просчитывать, обо всем продумать. Видите, тоже, да, до босса мы ходим. Я не знаю, может быть, ультану еще раз. У меня хватит ходов, да? Вот, Action Order. А, ну тут смотреть нечего. Никого я не убиваю. Ice Resist тоже сделал. Не знаю, он на один или на три хода делается. Ну, думаю, раз мана позволяет, то почему бы не сходить.
Вот. Плюс вот два товарища с высокой маг-атакой смогут хорошо ударить. Видите, 8300, еще одна, да, близага. Может, 4 девятки? Нет, 8700. Ну, мы убили. Сейчас посмотрим, какой босс был уровень. Видите, еще 5 ходов осталось. То есть у нас был запас существенный. Ну, это вот, как бы грамотные игроки. То есть и дешел был у нас, и последовательность ходов соблюдалась. Вот видите, состав. Ну а карты, да, Трусяура, Мух, наверное, Рамза был и Акватик Киллер. То есть все, что нужно для того, чтобы дамажить как можно больше магическими персонажами. Так, что у нас босс, какой уровень? А, вот 103, да? Вот так вот, замечательно. Получаем очки. Вот сферка, вот мегакрист один до сих пор идет. Ладно. Я думаю, теперь, о, еще тут мы, где-то я личил перед этим 141 босса. Тоже 1060 очков, бешеная награда, да? Ой, 3 мегакриста, 1000 очков. Посмотрим, куда я в топе залез. Вот топ 300, замечательно. Так, теперь давайте перейдем просто про ивент. В самом конце, что нужно знать. Мокшоп, да? Как вы видите, самая проблема идет, ну, конечно, с рецептами, да, на них нужно нам набить 130 тысяч, обалдеть. Плюс Rainbow сферки и фрагменты я бы скупил, ну, как я уже сделал, я скупил, потому что мне надо было Люсю качать. Что еще? Поты очень хорошие, помогут нам прокачать ульту, либо помогут прокачать там, как когда-то, шмотку, какую нужно. Ну, и я ежедневно еще покупаю энергию. Все-таки 5 или 10 баночек, не помню. Это очень круто. А вот, что нужно знать? Вот я фармлю, да, сегодня какой? Третий, что ли, день, да, идет? Или второй? Наверное, третий. А у меня мало набито, я считаю. А мне нужно набить, вот еще, да, я только 3 купил, нужно еще 60, то есть еще нужно 105 тысяч минимум очков только на рецепты. Вот. Даже если вы выбили рецепты, скорее всего, вам будет не хватать вот этих сердечек и Войд Мегакристов. Поэтому нужно еще иметь в виду, что вам их придется скупать. То есть, если я не ошибаюсь, у меня было где-то, ну, тех же 20, да, вот Мегакристов. Ой, ну, штучки 4, да. То есть, я 20 Мегакристов набил и набил уже на 7 рецептов. Всего лишь 20 мегакристов и хватает на 7 рецептов, ну и ресурсов на 7 рецептов. Поэтому одна из, ну, моя стратегия, скорее всего, будет, я, ну, просто устану жить в этом ивенте, потому что еще и работаю, это набить нужное количество рецептов и как можно больше, да, там всего остального, вот этих очков. Если я буду близок к тому, чтобы что-то прокачать, ну, прокачать на плюс 5 колечко, да, то я буду докупать вот эти, там, вот это все. Но, скорее всего, не хватит. По японскому опыту говорят, что только 50 человек примерно смогло собрать полностью, да. То есть это бешеный донат, это у кого Люся, разумеется, 89-99 уровень и так далее. Вот. У нас будет следующий ивент. Спустя месяц, полтора, наверное, это будет гигант. Ой, не гигант. Ивент по Воину Света, там будет вроде как темная вот эта машина, или как она ее называется. На ней можно будет хорошо дамажить Рамзой. Вот, у меня есть Рамза, наступит, как говорится, наше время, и это замечательно. Вот, поэтому на нем я, скорее всего, добью остальные ингредиенты. Есть такие товарищи, как Аош, допустим, уже смогли, ну, как смогли собрать, да, там то, что им нужно было. То есть, там, ну, как броню на плюс 5, то я думаю, я смогу. Вот, допустим, вот это колечко, да, только плюс один. Так, капец, сколько еще дальше нужно крафтить, сколько ресурсов. Вот, то есть дальше его прокачивать нет смысла. Авейк безумно дорогой, смотрите, 25 этих, плюс 50 книжек с самого-самого начала начинается. Вот, то есть по ресурсам затратно. Ну, а на следующем ивенте, я думаю, вот все, что нужно, вот эти рожицы и Войд Кристы я добью. Вот такое вот видео, наверное, да, получилось. Ничего сверхъестественного я вам не рассказал, наверное. Ну, чем еще, да, вот про Люсю расскажу. Люся, самое главное, видите, у меня 79 уровень максимум. То есть еще нужно 160 шардов. Я бы как бы должен, не успел бы это надо скупать. Прям заниматься ей очень подробно. То есть те люди, кто
реролил, либо в класс у нее, те молодцы, как бы имеют высокую Люсю. Остальные, вот, скорее всего, как я, где-нибудь 79 с копейками. По навыкам вот, для Люси стоит качать Dual Trigger. Блин. Он основной у вас дамажный. Quadruple Shot, я не знаю, сильно стоит качать или нет, потому что очень мало GP. Она, этот навык в основном все-таки нам для комбо нужен. То есть даже вы первыми чайните, как бы и фигня. Вот этот навык я бы прокачал, все забываю. Баф. Ну, конечно, чем выше, тем лучше, но хотя бы когда нужно АП восстановить в начале, там бафнуть команду, он бы помог вам. Ну и основной это вот Dual Trigger, дамажный навык. И так, не Split Shot, а Rapid Fire, да. Вот данный навык. Он очень часто наносит 4 девятки. Стоит 12 АП, а этот навык, видите, 28 АП. Но дважды бьет, то есть может больше. Split Shot бешено тоже стоит. Сколько тут? 32 АП, да? Вот. Им пользоваться практически нет смысла. А зато чейновая комбо навык у нас вот 20 АП всего лишь стоит. Не так уж мало, как бы, ну и не очень много. Вот. Ну, за Люси постараюсь потом, наверное, отдельное видео снять на хай-левеле. Потому что сейчас искать буду очень-очень долго пать. А так вот за меди вы видели. То есть, если у вас меди 89+, ищите умных союзников, и вместе вы сможете одолевать 100+ рейдов. Вот, еще хороший вариант, четвертый, да, это стил персонажа. Это Ерма, она может в профессии вора быть. Ксиза у нее, да, вроде профессия вора есть. Ой, вот она, да, вор. Она Steel Time или Steel CT называется, как-то так навык. Потом еще я видел, ну вот этот товарищ тоже вроде может, но я пока их не встречал. Он все-таки МР сложнее прокачать. А из дешевых, ой... Так, как же ты выглядишь? Вот данный персонаж. Посмотрим, сколько я могу прокачать. А, ну я, видите, не вкладывался немного. У него тоже есть навык Steel CT. Блин. Сложно найти, да? Steel CT. А, Steel просто Killer Blade. Блин, ребят, ладно, поверьте мне на слово. У него есть какой-то... Вот, Steel Time навык. То есть, что нужно знать, если вы пользуетесь этим навыком? Вы должны планировать, как у вас тратится ЦТ. То есть, если у вас, ну, вы делаете, когда у противника много ЦТ, да, ну, допустим, вот начался раунд, да, какой-то, когда вы ходите, у противника 30 ЦТ, вы можете встать на месте, просто пропустить ход, посмотреть, что, ну, то есть, ну, зайти, посмотреть на action order вот слева, да, как идут иконки. Можете посмотреть, что... Если вы ходите, просто двигаетесь, или двигаетесь и атакуете, то вы будете ходить после босса. Если, может быть, вы просто двигаться можете, и вы будете ходить прямо перед боссом, когда он должен ходить. Либо, может быть, вам стоит просто вообще пропустить ход, потратить как бы 60 ЦТ, и у нас он, вы быстрее восстановитесь, чем босс. И перед боссом, опять же, будете второй раз ходить, и сможете своровать, допустим, там не 90, ну, не 30 ЦТ, порезать в дважды, да, то есть на 15 меньше, а уменьшить на целых там 50 практически ЦТ. И тем самым ваши союзники смогут еще раз ударить по одному, два раза, как бы снизить у босса, ну, сделать там крутую чейн-комбо. Вот так. Поэтому с ворами нужно тоже, опять же, думать. Ивент, как бы, хай-левельный контент, не просто как бы шмот, а все-таки тимплей, как бы, и стратегия. И каждый должен понимать, даже если рандомной патьки вы играете, то что нужно думать. Вот так. Ну, блин, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, что-то понравится. Получилось немного абсурдно, я не знаю, как бы говорил все, что думаю, и все, что приходило на ум. Надеюсь, вам поможет. Ну, всем пока.